Друзья, всем привет, это Илья. 10 минут назад получил обновленную информацию с границы Мексика-США. Хотите узнать, что происходит? Прямо сейчас, в данную секунду, в Тихуане, в Мехикале и в других судебных округах и контрольно-пропускных пунктов со стороны США и со стороны Мексики. Если хотите, видео для вас. Итак, что же там сейчас происходит? После 11 сентября, когда администрация Дональда Трампа через Верховный суд отменила решение судей штата Калифорния, когда можно было подавать в трех судебных округах, в настоящее время, прямо сейчас, прямо сегодня, использовать можно только 9-й судебный округ, это штат Калифорния. Это два города, Мехикали и Тихуана. Другие города, другие штаты, Аризона, Нью-Мехико, Техас, в настоящее время закрыты. Туда нет смысла ехать, у вас просто не примут заявление об убежище, о статусе осады. На этом фоне много адвокатов, которые живут и работают в Америке, которые вряд ли вообще сталкивались когда-либо с Мексикой, начинают на этом фоне продавать свои услуги, что-то там рекомендовать, купите визу, купите там рабочую визу и что-то еще. Мои коллеги с других каналов когда-то даже делали видео об американских адвокатах, что это особое явление в Америке. Американский адвокат, наверное, из 100, если один будет, это уже хорошо. В основном это люди сориентированы на деньги, на заработки. Что они делают, как они делают, как они проводят свою рекламную кампанию, мы сейчас видим. Какие-то фейковые новости о том, что там все закрыто, что Мексика больше не принимает и так далее, и так далее. Вот объясните мне, как это работает. Вот я нахожусь в Мексике, нахожусь на границе, я получаю свежие обновленные данные каждые 2 дня о том, как люди подают там на убежище, а адвокат, который там не был, который только предполагает теоретически, что это не работает, начинает во всеуслышание на своем YouTube-канале кошмарить людей. Успокойтесь. Получайте информацию из первых рук у людей, которые находятся прямо в Мексике, на границе США, которые видят, что там происходит. Поверьте мне, если там что-то закроется, я первый прямо вот на этом видео скажу, друзья, все, граница закрыта, на убежище больше не принимают. Да, есть минусы, есть нюансы. Доехать до границы сейчас очень сложно, потому что существует Национальная гвардия, существует в Мексике федеральная полиция, которая будет все делать для того, чтобы вы не добрались до границы, всяческие поборы, взятки и так далее. К этому нужно быть готовым. Также проблемы в аэропортах. То есть пока принимает 9-й судебный округ, закручивают гайки со стороны Мексики, потому что Трамп надавил на Мексику. Но если говорить конкретно о работе этих двух городов, Тихуана и Мехикали, все работает, вопрос, как туда добраться и как это все сделать. Так что доверяйте и слушайте только людей, которые находятся там. Если кто-то из блогеров или кто-то из адвокатов прямо в Тихуане, например, в Сан-Исидро или там где-то еще, допустим, скажет, что вот я нахожусь в Тихуане, и вот я сейчас иду с клиентами со своими на границу, и вот их не приняли, и вот они стоят, рыдают, почему так получилось, почему не принимают, тогда да. Тогда я скажу, да, ребят, я был неправ, пока этого нет. Сидит просто говорящая голова, которая в Мексике никогда не была, и что-то там рассказывает о том, что там работает или не работает. Все работает, успокойтесь. Так, друзья, всем удачи, пока.